Каждый человек в этом мире от чего-то или кого-то бежит, в большей или меньшей степени. Кого-то преследуют страхи прошлого, за кем-то гоняются кредиторы. Кому-то просто страшно осознать, что даже небольшая задержка на одном месте может превратиться в простой всей жизни. Смысл у этого только один – побег. Вне зависимости от того, насколько глубоко скрыта истина, только побег и имеет значение. Но есть в нашей жизни и то, что не дает оторваться до конца и полностью освободиться от страха предубеждений. Супружество, боль, кредиторы, разочарование и прочее. И этот магнит есть цепь, связывающая все во Вселенной. События и поступки, мысли и чувства, мораль, этику, религиозные воззрения. Я Алекс Морено. Эта цепь началась с меня. Но кто ее закончит, известно только одному создателю.